Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Стоп, Тёма. Не позорь Пушкина. В чтении стихов ты определенно не силен. Ха, а ты бы знаешь, чтобы смог лучше? Конечно, знаю. Это наша Юля. Она так читает стихи, заслушаешься. Ну что ж, давай послушаем. Расторопова Юлия. Ты идешь по продрогшей аллее, а когда я умру, ты заплачешь. Это будет прекрасное утро. Утром кто-то тебя поцелует, только я буду гордой, как будто тот, кто умер, совсем не ревнует. Это будет совсем понедельник. Я люблю понедельники с детства. Целый день ты проходишь без денег, будешь путать и цели, и средства. Обстоятельства, как же не скажешь, ни одной разрешенной задачи. Ты устала от обыденной лажи, ну а я умерла. Ты заплачешь и выйдешь из дома. Остановится сердце, едва ли, никогда не узнавший, кто мы не любим, чтоб нас узнавали. Ты навзрыд, на коленке, к вокзалу побежишь, задымишь сигареты. Почему же тебе не сказали, что навеки закончилось лето? Позвонишь — недоступно, разбилась. Или вовсе не стало со скуки, не проверивши, что же случилось, ты в бессилии заламывать руки станешь. Скажут, а кем приходились? Замолчишь, и сломается датчик. И какие мечты там не сбылись? Разве важно? Конечно, заплачешь. Вот за это почти и не помню. Ненавижу тебя, ненавижу. Сладкоголосый и выдранный с корнем, на кого-то зачем-то обижен. Не пускаешь меня, не пускаешь. Умереть и забыть не пускаешь. Не боешь меня, не презираешь, только жадно глазами читаешь.